Здравствуйте! Я очень долго думала, какое стихотворение вам прочитать сегодня. И остановилась на стихотворении, которое называется «Звездочка». Мне звезда упала на ладошку и спросила я: «Откуда ты?» «Дайте мне передохнуть немножко. Я с такой летела высоты». А потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел: «Не смотрите, что невелика я. Может быть, великий мой удел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, путь не близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, что я больше бы всего хотела. Я хочу любить и быть любимой. И хочу, чтобы мама не болела, чтобы на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес, чтоб траву, как сталь косой, косили, каждый день летали до луны, чтобы женщин на руках носили, не было болезней и войны, чтобы у костра пропахнут дымом, чтобы отыскать по сердцу дело. А еще хочу я быть любимой, еще, чтобы мама не болела. Говорила долго я напрасно, видно, слишком долго говорила. Не ответи мне, звезда погасла, было у нее немного силы.